Добрый день, друзья! Вот решил снять видео о новой моей подножке для велосипеда. Стояла вот такая вот металлическая, тонкая металлическая стальная трубка. Крепила сама вот так вот. Вот так вот работала. Постоянно гнется. Малейший, даже от сильного порыва ветра сгиналась. Но все-таки вес велосипеда больше, чем обычно. Да и сумка у меня на багажнике. Поэтому, я так понял, еще раз ее буду равнять, она просто сломается. Ну и буквально через месяц эксплуатации здесь вот наконечник пластиковый уже продавился. Вот, получается, что площадь соприкосновения с почвой вообще минимально. Короче, выбрасываем. Купил вот такую подножку, работает вот так вот. Такая усиленная, мощная. Вот. Фирмы Longus, Reboots. Здесь у нас 18 мм расстояние подкрепления. Такая попалась. Есть здесь стандартная 40 мм. У меня 18. Просверлил отверстие. Стало отлично. Хорошо фиксируется. Жесткое. Здесь у нас пластиковое основание. Оно можно регулируется под высоту. Сзади есть этот винт, который фиксирует положение этой пластиковой подвижной части. Вот. Ну, после двух недель эксплуатации я заметил, что появился вот здесь вот люфт. То есть, поменяем эту алюминиевую заклепку, поставим болт. Подножка не так будет сильно расшатываться и создаст дополнительный запас прочности для этих алюминиевых проушин на основании подножки. Вот этим сейчас и займемся. Поменяли болт. Здесь больше стянули чуть-чуть. И теперь она работает четко и нету люфта. Ну, я здесь еще наклеил вот такую вот резинку 5 мм для усиления пластиковой основы. Поставил болт, там законтрагаено, отрегулировал сжатие. Сейчас подножка работает, люфта нет. И со временем можно будет немножко поджать, когда люфт начнет появляться. И она не так скачет на пружине, не выбивает вот это место. Потому что когда бросаешь постоянно ножку, она бьется здесь. И здесь пол, эти алюминий, выбиваются канавы, и потом подножка уходит еще дальше. И, естественно, увеличивается угол наклона. Ну, вот так вот. Что планировали, то и сделали.